Так, вот у нас старшие девчонки ездят в школу каждый день. Школа далеко находится, 6-я. Ездят на автобусе, нужны денежки на транспорт, но также на перекусы, потому что почти, ну, долго там находится. И, ну, какие-нибудь булочки, соки хотя бы, чтобы перекусить немного. В общем, финансовая помощь требуется. А еще нам нужна весенняя обувь, ну, так как наступил новый сезон, слякоть, оттепель. Еще спортивная обувь на физкультуру в школе или на сменку. Да, потому что девочки подрастают уже, и из многой обуви, из одежды выросли. Так что, если кто-то хочет помочь, то такие вот у нас кроссовки.